Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в FNAF 2 Коп, Диманчик, поздравайся. Всем привет. Все просили, чтобы прошли эту часть, если пьете и кушаете, приятного аппетита. Димон, в этой части садится фонарик, ты знаешь это? В чем проблема? Тут нету дверей, да, Димас? Нету, они просто гоняются постоянно. Так, значит, Димас, надо ходить те проходы, где есть вентиляция, чтобы... Вот, между помещениями перебегать, понял, Димас? Все, Димон, я тебе верю, так и сделаем. Так, и я думаю, знаешь, что еще? Во, кстати, вот эти аниматроники, они вроде как из первой части. Они потом тоже оживут. Ну, они потом уже, попозже. Фокси, красавчик какой, вот молодец. Из первой части, Димас, только уже потрепанный, да? Красавец. Не, выглядит потрясающе. Потрясающе. Да. Великолепно, шикарно. Сногсшибательный просто Фокси. Во. Вот здесь можно, мне кажется, как-то уже побегать от них. Димас, Димон, сейчас будет жопа. Они немножко застрют, поэтому можем вот так вот здесь перебегать, вот здесь вот именно. Во, аниматроники, вот такие красивенькие. Хо-хо. Офигеть, только я вас боюсь, вы очень быстро бегаете. Они очень резко могут начать бежать и... И что, и мы проиграем, Димас, с тобой. Я понял, как мы можем выиграть с тобой. Давай, Димон, иди, подсказывай. К туалету иди. Иди к туалету. Давай я подсадку сделаю, смотри, иди давай сюда. Так, ну, корова прыгает. Ну. Дима, не могу. Рядом на стульчак встань. Рядом, видишь, стульчак? Не могу. Давай. А, давай я слезу, давай. Давай залезай. Вот, теперь прыгай на бошку. О, залез! Ну, выше. Бежит! Можно на картофанах надо ходить? Да, смотри, здесь. А, может туда они не будут на нас агриться? Блин, Димон, это как-то очень стрёмно так проходить. Ну, придется, наверное, так и играть. Я еще слышу, как будто какой кабан рычит, Димас. Ты слышишь? Иногда бывает такой рык такой. А это провода замыкает, такой звук издают. Так, шкатулка уже наполовину... Ого. Слышал? Садись, Дима, садись на картофан. Да я на картофанах, не то что иду, у меня уже там куча, у меня уже штаны трутся по полу. Я так боюсь. Тихонечко. Вот это мы выбрали с тобой вариант прохождения. Слышишь? Короче, я сейчас... У нас план сейчас, надо идти к... Шкатулку заводить. Да, шкатулки. Маринетки. Потому что... Потому что мы проиграем, если мы ее не заведем, она нас найдет сразу. Вот, Димас, смотри на Бонни там. Видишь Бонни? Ну... Тихо, смотри, вдалеке, видишь его? Да. Так, Димас, гляди за ним, короче, ты будешь как разведчик, помогать мне будешь. Окей, босс. Короче, я пока завожу. Так, ты... О, я вижу, ты заводишь, красавчик. Димон, он идет, он шагает. А он идет, идет на работу в пиццерию. Смотри, как прикольно. Прикольно, да? Ты тоже, Димон, видишь его? Вот это прикольно, он как солдат марширует. Знаешь, что мне сейчас немножко не нравится? То, что... Смотри, видишь, у него поле зрения какое? Он все остановился. Он смотрит по сторонам. Опа, он смотрит. Он как настоящий человек, да, реагирует? Да, он, то есть, он по зрению нас, если увидит, то он за нами потом побежит. Так. На слух ориентируется и на зрение на свое. Блин, кстати, это жесть. Когда уходит, Димас, вокруг него видишь фонарик зеленый светит. Да, вот это его радиус. Тихо. Это он побежал? Мне кажется, знаешь что, тут еще какие-то есть крипты, где он именно ходит потом, патрулирует, понял? Поэтому надо будет аккуратненько играть. Так, Димон, что дальше будем... А, это ты! Да. Кстати, здесь, Димас, еще есть мангл здесь рядышком, поэтому я немножко боюсь, кстати. Тихо. Это он там ходит? Давай сваливаем его еще. Слышишь? Да, это жесть, что... Димон, это самая страшная часть, которую мы играли пока, ведь что? Говорят, что в FNAF 3... Намного страшней. Давай попробуй на подарки залезть. Иди сюда. Давай на подарки. Тихо, он походу сейчас нас услышит. Давай, тихо, не шуми. Так. Димон, я классно сижу на ящиках здесь. Я вижу. В принципе, можно запрыгнуть. Я просто спадет. Не знаю, я вроде... Или что-то не так сделал. Так. Ух ты! Кто-то шкаф подвинул, слышал? Не. Идем, Димас. Вот, мне кажется, сейчас он сюда в проход начнет патрулировать. Ты думаешь? Здесь почему вентиляции много сделано? Потому что он, скорее всего, патрулировать будет 100%. Сейчас будет идти.
Сюда пойдет? Блин, я так боюсь возле них ходить. Да-да-да, он уже начинает патрулировать, Димас. Это жесть. Смотри, вот видишь его вдалеке? Да. Прикольно, да? Так-так-так, ребята, стоит, смотрит. А он нас увидит так фонарик? Давай посветим на него. Не, значит, он фонарик не видит. Да, он слепой. Он наверное, только видит нас, фонарик он не видит. У него есть просто определенный радиус и слух. То есть давай, Диман, я попробую, увидит он фонарик или нет? Ну вот, свети на него. Не-не-не, не будем рисковать, 3 часа ночи, мы уже половину прожили, не? Да. Сильно стрёмно. До полчетвёртого. Дима, доживал до стальки? Да, я считаю, всю ночь проходил и в конце умер, когда чека там или кто-то прибежал. Ну, я не помню, может, я преувеличил немножко. Знаешь, чем мы где сейчас находимся? Мы сейчас в эпидемии находимся. Там вообще тут просто их же, если кто-то из них оживет, сейчас это будет жопень. Так, Димас, ты давай иди тогда к сцене, а я пойду, чтобы маринетку заводить. Какой к сцене? Идем вместе, стой, я с тобой. Тихо, тихо. Я боюсь здесь один ходить. Бонька, пожалуйста. Там марионетка еще, короче, рано, Димон, марионетки. Не, ну уже половина. Да не, она очень долго. Опа, он идет, Димон. Идет ко мне сюда. Тебе именно идет? Так, смотрим. Остановился. Так, смотрит. Так, я иду к Мангл, короче. Давай. Димас, а где он, кстати, находится? Он стоит в том же помещении, только ближе к нам сюда передвинулся, к этим старым аниматроникам, поломатым. Мангл, пожалуйста, только не двигайся, я тебя прошу. Чика ожила, Димас. Да ладно. Да, серьезно. Это вообще жесть. Ну ничего, сейчас будет 4 часа ночи, и мы... О, ты заводишь. Димон, ну ты красавчик, поэтому вдвоем намного легче. Как бы ничего делать не надо, Димон все сделает за тебя. Ну да. Я просто боюсь, знаешь что, у меня сзади меня Мангл. Я вижу, кто-то фонариком светит. Это Фредди, у него этот свет. Это у него прожектор такой? Так, короче, они втроем около сцены пасутся, понял? Димон, как ты думаешь, я возле старых аниматроников поломанных. Давай, я к тебе иду. Давай. Я просто не знаю, живут эти аниматроники или нет, которые сзади меня. Я думаю, они на второй ночи все-таки оживают. Все, ребята, потому нам тогда легче. В настоящем ФНАФе они со второй ночи оживают. Короче, Димон, заводки хватает на 2 часа точно, поэтому нам уже больше маринетку заводить не нужно. Да, мы все, больше заводить ее не будем. Опа. Боня ожил. В туалет, наверное. В туалетом пойдем. Нет? Не, мне здесь нравится больше. А фух, это ты. Давай лучше смотреть их, чтобы они были на виду. Так опасно, ну, Димон. Я здесь буду, а ты там будешь. Давай. Все, давай. Я смотрю на него очень внимательно. О, я вижу и Фредди. Димон, я их двоих вижу. Я тебя понял. Все, они в поле зрения у меня. Так, все, Фредди стоит. Фредди идет. У меня фонарик вижу. Сел. Это жопа. Вижу. Так, идет. Ко тебе мне идет. Бонни. Остановился, повернул, кстати. Это, походу, меня спалил. Пошел Фредди. И Фредди повернул. Нет, Фредди ко мне идет. Блин, Димас. Нет, он отвернулся. Нет, он повернул. Он меня увидел! Беги! Не? Димас. Да это жесть. Тихо. Димон, у меня батареек нету. Это Чика там стоит. Да. Слышишь, тихо. Так давай тут и стоять. Давай тут и сидеть. Да, сидим, Димас. Блин, может тут больше батарейки на фонарик найти как-то? Я боюсь, что Чика сейчас пойдет сюда. Тихо. Димас, иди сюда. Это жесть. Давай ко мне за угол. Тихо. Это Димон, а как? А тут Фредди? Димас, тут Фредди. А что нам делать? Он в тубзике сын, Димас. Блин, обоссал нам весь тубзик. Тихо, он тубзалетик. Блин, темная, ребята, серия, но ничего не можем сделать. Да, это хардкор, потому что, ребята, это настоящий хоррор. Это вам не первая часть. Да, это очень здесь сложно. Тут они прям ищут нас. Тут надо убегать, тут надо... Все, Димон, так и сидим. Так, тихо. Димас, меньше двигайся, сидим. Сейчас не двигайся, потому что Фредди что-то на туалете вытирает уже жопу свою. Реально, он, Димас, крутится вокруг туалета. Может, он реально ищет нас? Димас, готовься бежать в ту сторону. Хорошо. Потому что здесь Фредди, он как-то себя очень неадекватно ведет. Димон, я так ссыкаю, это очень ссыкотно. Просто, это очень...
Ты представляешь, это только три той аниматроника, потом еще мангл. Диман, мангл. Это только первая дочь, как нам проходить? Все, Диман, мы сейчас пройдем. Осталось чуть-чуть. 9 минут, ну. Диман, есть время, есть время. Нету время, есть. Аниматроники, вы... Ну че, мужики? Смотри. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!